Всем привет, с вами Стинт и Фифсов, и сегодня мы находимся на карте Детускан. Что это за карта, Фифсов, скажи мне? Это карта Детускан, вот этот угол, я в нем срал на 1.6. Это я помню. Да, кто не знал, буквально вот недавно, 24 марта, официально, финал and released, карта Детускан. Это было подтверждено на HLTV.org, кто не знает, это типа официальный сайт, где даже у нас указываются матчи в Counter-Strike. I speak from my heart, my English is very well. Путин из водка. Yes, of course. И поэтому давайте мы сразу же с Фифсовым расскажем, что это за карта. В плане начнем только с обозначений, потом продолжим про смоки и закончим, может, какими-нибудь тактиками. Ну что, начнем сначала с инфы. Это точка, на которой сейчас мы находимся, в City Spawn. Мало кто знает, но это у нас длина, это у нас кухня, окно, зига. Левый ящик, правый ящик, middle, это middle, понятно, да? Как бы фонарь, вот это, под фонарем, там за фонарем. Plant, в принципе, все обозначения очень легкие. Plant, ботская, огород, вот эта вся точка с огород называется. Ну и как бы скрипт. В принципе, все, что находилось у нас за скриптом, CSS у нас называлось лишь одним словом. Говно. Говно, шутки про говно. Как бы, серьезно, то есть фигня называется говно. Он говне. Не, чувак, серьезно, эта фигня все называлась говно в КСС. Ну, скорее всего, в CSGO она будет называться Underground, ну я так думаю. Но я, как постараюсь доброй традиции, буду называть ее говно, и мне как-то посрать. Конечно, некоторые могут сказать, что вот это коты типа, а вот это подъем там подобное. Ну, кто, видимо, играл в 1.6. Но у нас в КСС наоборот все было. То есть это были коты, это у нас было лобби. Ну или единица. То есть так было всегда. Это у нас называлось всегда перемычка. Ну это в говно проход у нас. Лобби, ой, квадрат, столбы. Ну кому как удобнее, то есть знаменитая инфа, ее хер не забудешь. Это у нас зига, в принципе, та же самая, мы еще показывали ее из окна. Банан, плент Б. В принципе, на пленте Б ничего особенного. Вот это у нас называлось всегда просвет. Девятка, навес, мост, ну и ноль. То есть, в принципе, это вся инфа. Если мы что-то забыли, то мы что-то забыли. Вот так вот. Логично? Если мы что-то забыли, а вы будете кричать, что вы что-то забыли, мы что-то забыли. Теперь мы покажем вам вкратце некоторые смоки, которые мы разобрали. То есть, в принципе, у нас их реально так, ну, немало. Ладно, в принципе, это пока что все, что мы заметили на карте Детускан. Надеюсь, вы рады хотя бы этой информации, потому что, я думаю, мало сейчас кто из ютуберов, связанных с тематикой КС, изучал эту карту. Поэтому не жалейте лайка, оставляйте ваши комментарии, если вы тоже изучали как бы Тускан, и, возможно, что-то хотите дополнить нас, это было бы очень хорошо, и, думаю, было бы хорошо для подписчиков, потому что они получили бы дополнительные информации. Ну да, лишняя инфа не помешает. Да. Да. Короче говоря, оставляйте комментарии, подписывайтесь, сказал, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был Стинт и Фифсов.
Всем удачи, всем пока. Целую в пузико. Let it go, let it go, let it go.